Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся, что произошло? На улице Приморской, вследствие... Приморская, номер какой? 23. Человек не справился с управлением, вследствие чего, вы сами видите, что произошло. Человек водитель какого автомобиля? Крайслер. Крайслер. А можете описать как, дорожную ситуацию, что стало причиной? Ну, причины будут уже разбираться до знания. То есть в данный момент констатируем факты, то, что произошло. Что вам стало известно со слов водителей? Человек пытался дрифтовать и вследствие чего не справился с управлением. Водитель автомобиля Крайслера, правильно понимаю? Верно. Есть еще участники ДТП? Два участника ДТП. Один водитель Крайслера, второй Nissan Qashqai. Повреждения автомобиля какие характерные? Ну, характерные, видите, Крайслер просто развалился на части, можно так сказать. А у Nissan протерты с левой стороны. С левой стороны. Кто-то пострадал, из... Нет, пострадал, нуждается, может, в помощи? Нет, никакой помощи, все отказались себя чувствовать нормально. То есть водитель Крайслера пытался дрифтануть, будем говорить так, народными словами, пошел, да? Пошел в поворот за носом, не справился с управлением, вследствие из чего получилось столкновение. Если бы не нашел Qashqai, он бы нашел людей на остановке. Вот водитель Qashqai, который вам может... Он бы нашел людей на остановке. Во сколько это произошло? Сейчас, в пояснениях надо посмотреть, точно времени сказать. Ориентировочно? Ну, где-то час, наверное. Час назад, то есть около 18.00. Где-то так. Точно, не знаю. Все, спасибо. Это чей тормозной путь? Это их, его. Крайслера? Да, Крайслера. Я ехал... Находился примерно, я скажу, вот сейчас вот машина, вот слева пошла машина, вот идет машина. Вот. Где Volkswagen, да? Вот Volkswagen, вот. Вот в этом месте удар идет. Удар, и удар какой? Он меня ловит и начинает тянуть вперед. Тут стоят люди, он не тормозя, ну как, у него клинит колесо или что, не знаю, идет сюда, попадает в этот столб, разворачивает. Я прокатываюсь уже, протягивает он меня, ну машина катится, я не торможу, потому что не знаю, в каком состоянии машина, люди на этом вот. Я выхожу с зоны этого вот. Остановка. А ну, на остановке были люди, да? Да, людей было много. Вот ребята, и они бьются в столб, видно, потом их разворачивает, машина вылетает. Вылетает до середины, разворачивает ее и по касательной они бьются туда. То есть дерево их остановило, да, получается, остановило. Да?